Всем привет! Сегодня я расскажу о нескольких приложениях для винды, которыми я частенько пользуюсь. В частности, вот одно из приложений называется оно вот так вот. Сейчас посмотрим. Вот. Если читать там по-английски, то получите вот такое вот выражение. Start all back. Вот. Значит, как все это дело выглядит? Вот иконка Windows, если по нему правой кнопкой мышки нажать и нажать на свойства, то вот мы увидим все иконочки, которые мы можем поменять. Можем вот такая вот иконочка, чтобы была. И, значит, вот размер. У меня поставлены латч большой и большой. Дальше положение. Вот у меня сейчас панелька находится наверху. Но можете ее, пожалуйста, передвинуть вниз, и у вас панелька будет вот внизу. И, значит, можете еще убрать центровку. Тогда оно будет, все это дело у вас как бы растягиваться. Но мне центровка нравится больше. И положение панельки мне нравится наверху. Хотя вы можете расположить ее слева, справа, ну, как вам нравится. Вот такая вот чудесная штучка, панелька. Вот так вот все это дело выглядит. Поэтому вот я ей рекомендую вам ей этой панелечкой пользоваться. Пошли дальше. Значит, еще есть вот очень часто я пользуюсь вот этим делом. Покажу. Значит, пользуюсь я приложением вот 8 гаджетов. И оно выглядит вот таким вот образом. У меня, значит, оно уже установлено. И вот все это дело выглядит вот таким вот образом. Единственное, что я добавил сюда, я убрал, добавил, значит, раздел USB и раздел видео. В разделе видео у меня там средства для записи и редактирования там видео и так далее. Вот. А USB, значит, ну, это у меня тут для работы там жестким диском или чтобы просмотреть все это дело. Самое необходимое. Вот такими вот вещами я пользуюсь. Значит, что хочу вам сказать. Значит, приложение 8 гаджет вы сможете скачать. Ну вот вам я даю готовый набор вот здесь вот. Ну, давайте посмотрим. Тип. Вот 8 гаджетов. И у меня сюда входят еще 4 маленьких гаджета. Это, значит, там календарь, там и все. Самое главное устанавливается вот этот вот само приложение
перед гаджет-паком. А все остальные, значит, вот, пожалуйста, посмотрите. Единственное, значит, что вот, вот эти вот часики, которые дигитальные я у себя ставлю, вот, значит, делается это так. Правой кнопкой мышки идете на гаджеты. И идете, по-моему, это должна быть третья вкладка. Да. И вот третья вкладочка, она называется Reminder. Вот. Да, по ней, на ней очень хорошо вот отражаются все эти часики. Так что вот все это я показываю. Гибернацию я у себя убрал. А вот локскрин, то есть поставить под замок, я это дело оставил. Значит, здесь перезагрузка, зеленая кнопочка, а красная, значит, ну, выключение компьютера. Вот такими вот вещами я пользуюсь. Рекомендую, значит, потому что проверено уже, скажем так, годами. Вот. Поэтому могу вам все это дело порекомендовать. Вот. Ну ладно. Что сейчас мы сделаем? Остановлю-ка я запись.